Здравствуйте! С вами Швейный Советник. В этом видео мы покажем, как обработать простой карман кенгуру. Смотрим! Для кармана кенгуру нам понадобится сам карман и макет переднего полотнища брюк. Вход в карман укрепляю флизелиновой лентой. Это защитит карман от деформации. Теперь необходимо приутюжить срез. И приутюжить нижнюю часть. В данном случае припуск 1 сантиметр. И эту часть. Уголок можно обработать конвертом. Угол обрабатываем конвертом. Как обработать угол конвертом, смотрите в нашем видео. Обрезаем, разутюживаем и выворачиваем. Намечаем местоположение кармана и прикалываем. Настрачиваем карман. Помним про закрепки. Первую строчку я прокладываю на 0,2 от сгиба. Вторую строчку на 0,5 от первой. Ставим вверху закрепку и сбоку.
Карман готов. Ставьте лайк, если понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Помните, всегда можно сделать проще. С вами был швейный советник.